Кокшагин Игорь Иосифович. Родился 21 марта 1950 года. Окончил Казанский авиационный институт. Работает в нем. Мотоспортом занимается с 1969 года. Чемпионат РСФСР. Сотни участников. 30-градусная жара. Сложнейшая трасса. Игорь учился на втором курсе, когда, по примеру отца, решил всерьез заняться мотоспортом. Пришел к тренеру Вячеславу Железцову. В прошлом году сумел выполнить норму мастера спорта. Снова проходят участники дистанцию. Круг за кругом, круг за кругом. Финиш. Игорь Кокшагин пришел вторым. На этот раз серебро России. Впереди соревнования в Прибалтике.